Это голубь злой. Злой голубь напугал меня несчастную белочку вот эту. Золотце. А я не знаю эту белку, что это за белка. Она мимо пробегала, я ей руку протянул с орешками. Она говорит, ну давай, говорит, раз руку протягивать, почему бы не перекусить бы. А меня спрашивают, почему я белку кормлю чищенными кедровыми орехами? А потому что тут две белки сидят. Вон белка и вон белка. Почему она вообще здесь оказалась? Они ее прогнали. И слева прогнали, и справа прогнали. Она мимо меня пробегала, я говорю, когда ее прогнали. И вот я ей руку протянул, чтобы она по-быстрому поела. Она голодная. По-быстрому поела и своими делами пошла заниматься. Я тут орехи для чего вообще рассыпаю? Что белочки у меня сытые были. Сытые, сытые и довольные. У них сейчас линька идет, у белок. Им очень важно сейчас хорошее питание, чтобы шерсть хорошая росла. Во время линьки, да, солнце? Да, говорит, получше надо шерсть. Чем лучше белка питается во время линьки, вот именно во время линьки, тем лучше у нее шерсть, а мех, вот этот мех у нее растет новый. А мех ей нужен, ей зиму надо. Тут еще одна белка у нее идет. И если белочка с хорошей шерсткой будет всю зиму, это же замечательно. Может еще, ну-ка иди сюда, солнце, иди сюда. Вот. Это сейчас прибегала белка с лапкой. Ну-ка иди сюда, солнце. Давай, попей водичку. Может, попьешь? Может, ты захотела пить? Ну, конечно, я захотела. Все, расхотела. Еще можешь перекусить? Солнце, может, еще перекусишь? Ну, может, говорит, может, перекушу, говорит. Конечно, говорит, перекушу. Сейчас в начале осени очень важно, чтобы белки хорошо питались. Это критично, чтобы они могли зиму пережить. Очень, очень важно это. Тут тревожно стало. Что-то тревожно. То я, говорит, пить не хочу, то хочу. Солнце, иди сюда. Солнце, иди сюда. Вот это возьмешь на дорожку. Иди сюда, солнце. Ну-ка. Возьму, говорит, на дорожку вот это. Все. Такое видео. Какое хвостище там торчит. Все, нету хвоста. Да ты делся. Ну все.